Забыл я про вас. Ну ничего, страшного. Улица Гоголя. Там на месте определился. А вертолет какой марка? Вертолет Ми-8, по-моему. Но он облегченный, сейчас жарко. Все понятно, из-за этого. Из-за этого, лопасти, вы же понимаете? Да, чем жарче понимаю, разряжение воздуха. То есть меньше грузоподъем. Поэтому вместо 10 начальник штаб авиации сказал, только 8 человек. Мощная машина, да? Но они почти ничем не отличаются. А кузов одинаковый. Одинаковый, да? А все только двигатели. Сил, что ли? Мощный двигатель, да. В этой первой 12 цилиндров, в этой 8. 12 цилиндров. У меня на Волге 4 и нормально. Я попрошу перекурить 5 минут. Пусть они меня извинят. Еще количество меня сломали. Еще раз нарвай. Быстро выставь. Что бы сказать телевизору? Извиняюсь. Ну что, мы экипаж отпустим, пускай готовится, да? Готовится, конечно. Так. Давай, ты готовься, да? 10 человек. Есть. Ну, короче, правильно? Да. Он не сможет снять. Вертолет Ми-8, ваши, казанские, так точно. Сейчас авиация испытывает большие трудности по его содержанию, да, в связи с нехваткой заряда. Колонки, лопасти, двигатели. Сейчас сложно. Все же задробили практически. Мы сейчас новые выпускаем машины Ми-34. Более современные, более мощность летают. Там все республика, особенно когда заместителем премьера был, по всяким происшествиям приходилось. Занос у нас страшный. Порой бывает так, что между набережными Челнами и Казанью занесет машины на середине пути, расстояние 220 километров. Вот я к ним начал иногда. То на танкетке танковое училище есть, сажусь и пошел к ним. То, значит, на вертолете, потом оттуда пересаживаю. Ну, там испытатели со мной летают вертолетного завода.
интересный случай произошел. Переночевали, уехали с детьми и так далее. Я сел возле них. Ну что делать, заберите. Теперь командир спрашивает, а сколько могут забрать? Он говорит, пусть не садятся на сиденье, стоя, сколько полез, столько заберем. После того, наверное, чем мы перелетели, садили, потом поехали в Нижнекамск, в Англии садили. Но прежде чем садить, я этого со мной по обеспечению безопасности из МВД замминистра летал. Я говорю, посчитай, как, сколько вошло, слишком много же, с детьми 66 человек. Правда, он с трудом поднялся, но пошел нам, лишь доползти же надо было. 66 человек, вот подъем на себе. Опасно было, конечно. Но... Взял на себя, когда... Перегружать все это можно, конечно. Но лучше не надо. Лучше надо, лучше не есть необходимо. А так вот, чтобы... Я думаю, как туда идти. Открывать можно, начинать еще. Там все распродали, придется. Нет, когда какой-то... борьба с этим, с алкоголизмом, там же емкости эти из нержавейки взяли, эти особенно колхозники растащили, там где-то хранилище под воду, под аммиак, под чего только стали переделать. Но мы много восстановили. Сейчас у нас делается и в Казани, и в Набережных Челнах, и в Зеленске, в Сагманове, в Альметьевске. Ну, обеспечиваем. Все, пойдем, да? Дальше выйдем на Северную бухту. Северную бухту вот здесь над сухим доком. Виражик сделаем, посмотрим. Здесь южная бухта будет хорошо видна, так? Uh-huh. Полностью. И дальше идем сюда, вот в район того, следующего терминала. Заходим на посадочку, здесь садимся. Uh-huh. Здесь Анатолий Васильевич. Да, там организовано. Организовано. Да. Посмотрим, и же там, перед там, прям сюда. Ну-ка, накрыто. Это Чистопольская завод. Ясно. Ты не вверх ногами? Нет, нет. Нет, нормально. Вручайте, товарищи генералов. Заслуга отличная. А Лайном здесь секундомер. Ага. Вот пошел секундомер, ага. Да? Вот эту кнопочку сразу давить нельзя. Ага. Вот так вот давите, останавливаете. Так выбрасывается. Я ему вручил часы. Он стесняется, только начал работать. Я говорю, ну ладно, Юрий Мурович, это же наше производство. Я же вам как примеру привез, чтобы показать, что мы делаем. Он покрутился, покрутился, потом в карман залез, шарик какая-то ручка. Давай, говорит, я тебе подарю. Садись, садись, пожалуйста. Я не должен мешать. Нет, конечно. Это, вот это у нас этот южный аэродром, практически в центре города. Вот на Ан-2 летаем отсюда. 91-115, бензин. 91-115. Экономичнее в 4 раза, чем на вертолете. Всего расход где-то получается 200 литров в час. Ну, 10 человек тут нам, да. И самолет хороший, я говорю. Будете летать, я вам докладываю. Уже год не летаем. Да? Конечно. Ну, вот последний... С Башкирием с кем говорили? Значит, Каракуц, директор Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода, приедет, пообещал, клятвенно.
километров? Плюс 8, там ровная температура. Прохладно, да. Кондиционер прекрасный сейчас. Сел вертолет зимой из гостиницы. Начальник большой разрешил ему. И когда стал выходить, лапу не выходил, был его с саблей. Ну, самое хорошее, что здесь нет этого пыли. Что дать нам эмульгаторы? А что это такое? Эмульгаторы.